Уважаемый товарищ президент, уважаемые участники совещания, кратко о работе за истекший период. В текущем году экономика... Я извиняюсь, Роман Александрович, чтобы нас понимали и журналисты, и общество. То, что я сказал по Украине, это было дословно сказано. Кое-где завуалировано. Они намекают, ну вопрос, ну-ка не во власти, во власти вопрос. Совсем недавно заявили, власть в Беларуси надо поменять. Начинать надо с президента. Но у нас есть механизм. Выборы и так далее. Досрочные выборы, если кто-то хочет. Пожалуйста, у нас тоже есть механизм. Пусть предлагают. Поэтому я не нагнетаю обстановку. Два дня назад через ультиматум нам было сказано. Но я не понимаю, Роман Александрович, вы бывший дипломат, вы это все терпите и не вносите предложений. Те, кто принесли ультиматум за пределы страны, не глядя, всю страну они представляют. Что мы с ними телепаемся? Они же работают во вред. Правда, мы уже заметили, вот сутки прошло, эти вот санкции вводить собирались, уже некоторые посольства пакуют чемоданы, заявляя о том, что президент примет решение, их завтра вышвырнут. Должен их успокоить. Мы ни у кого чемоданы и то, что в чемоданах, отбирать не собираемся. Мы никого не будем вышвыривать. Мы будем делать это цивилизованно, соответственно, с нормами международного права. Поэтому вы меня услышите, вот эти, те, кто чемоданы пакуют, успокойтесь. Положите свои чемоданы обратно. Если мы вам объявим о том, что вы персонами нон-грата объявляетесь, у вас будет время для того, чтобы взять эти чемоданы и уехать. Хотя это ваше право.